Всем добрый день! Сегодня, дорогие друзья, я вам предлагаю посмотреть мои носочки, которые я связала ажурные. Носочки получились очень замечательные. Узор называется «Елочка». Размер у меня 38. И сегодня вместе с вами свяжем этот узор. И сейчас немножко расскажу про свои носочки. Размер у меня 38, 37, 38, если вот интересует 22 длина, но они еще не стираны и тянутся вот до 24, на 4, они растянутся на 2 сантиметра. Я уже такие вязала только жаккардом, и они растянулись на 2 сантиметра, а крыло растягивается, и 21. Так. И здесь у меня 10, они тоже тянутся. Вот такой замечательный ажурный узор. Мы сегодня елочку с вами свяжем. Ушло пряжи 44 грамма. Вот. Я образец связала вот такого. И здесь резиночку 1/1. Там 2/2 резиночка, чтобы вам было смотреть, как лучше вязать. И давайте приступим к узору. Итак, я связала резиночку 2/2, 10 рядов и 1 ряд лицевыми петлями установочной. А сейчас будем вязать 1 ряд узора. Вяжем первый ряд узора. 3 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот здесь. Вот так тихонько. Провязываем 2 петли вместе, подтягиваем, делаем накид и 1 лицевая. Вот и есть 1 раппорт узора. Следующий раппорт узора. 3 лицевые за переднюю стенку. 2 петельки с наклоном вправо провязываем вместе, делаем накид и 1 лицевая. Вот мы 2 раппорта с вами провязали. Также еще на 2 спицах так провяжем. Вяжем самостоятельно. Вяжем второй ряд. 2 лицевые. За переднюю стеночку вяжем 2 лицевые, 2 провязываем вместе с наклоном вправо, провязали 2 вместе с наклоном вправо, делаем накид, 2 лицевые, вот раппорт, второй ряд, 2 лицевые, снова 2 провязываем вместе за переднюю стеночку, делаем накид, накид провязываем лицевой петлей, лицевая, вот провязали, также вяжем и остальные 2 спицы самостоятельно. Стали 2 ряда, вяжем 3 ряд. 1 лицевая петля, провязываем лицевую, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. Раппорт провязали. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, делаем накид и 3 лицевые. Все подтягиваем, чтобы было аккуратненько. Так вяжем самостоятельно на 2 спицах. Да? Вяжем 4 ряд. Вяжем 4 ряд. 2 петли вместе. Подхватываем так. 2 петли вместе. Сбрасываем ниточку, подтягиваем. Делаем накид. И лицевые 4. Так, раппорт провязали. Следующий раппорт вяжем. 2 петли провязываем вместе наклоном вправо, делаем накид и 4 лицевые. И дальше вяжем самостоятельно по кругу. Привязали 4 ряда, вяжем 5 ряд. 1 лицевая петля, 1 лицевая петля, ниточку подтягиваем, делаем накид. Накид этот разворачиваем и петельку разворачиваем и провязываем 2 петли вместе. 3 лицевые. 3 лицевые. Следующий раппорт вяжем. 1 лицевая. Накид и лицевую. Разворачиваем и провязываем 2 петли вместе. 3 лицевые. Вот 2 раппорта мы с вами провязали. Так узор получается. Дальше вяжем самостоятельно по кругу.
провязали пятый ряд, вяжем шестой. 2 лицевые, делаем накид от себя и 2 петли провязываем вместе. Я разворачиваю. Вот, 2 лицевые, накид и 2 петли вместе провязываем, нить подтягиваем и 1 лицевая, раппорт провязали. Вяжем следующий раппорт, 2 лицевые, накид и 2 вместе. Петельку разворачиваем. 2 вместе и 2 лицевые. И так по кругу до конца ряда. Вяжем самостоятельно. Вяжем 7 ряд. 3 лицевые. 3 лицевые. Делаем накид. 2 петельки разворачиваем и провязываем вместе. Подтягиваем 1 лицевая. Вот и есть раппорт. Следующий раппорт. 3 лицевые. Накид от себя, 2 петли вместе, разворачиваем, одеваем назад и провязываем вместе. Вот так я делаю. Подтягиваю и 1 лицевая. Вот так. 7 ряд привязали, вяжем самостоятельно. Итак, вяжем 8 ряд. 4 лицевые, 4 лицевые. Делаем накид от себя, 2 петельки разворачиваем. И провязываем 2 петли вместе, лицевой петлей. А раппорт провязали. Итак, 4 лицевые. Делаем накид от себя. И 2 петельки разворачиваем. И провязываем вместе. И так до конца ряда по всему кругу. Итак, вот провязали. Вот такой узор у нас с вами получается. Красивый. Вот такой узор у нас с вами получается, елочка. Повторяем узор с 1 по 8 ряд. И набираем петельки на носочки, чтобы делилось раппорт на 6 петель. Например, если у вас 42 петли, нужно 6 умножить на 7. Это 7 раппортов. 42 петли. Если 48, значит, будет 8 раппортов. Здесь у меня 6 раппортов, 36 петель. Это идет на детский размер, 16 размер, чтобы вы знали. Носочки тоже 36 петель. Здесь я набрала резиночку 1 на 1, и вот 2 раппорта связала, чтобы вы видели сравнение, какой лучше вязать. Так. И сами носочки, как вы видите, очень получаются классные. Здесь у меня 48 петель, если кто будет вязать мои носочки. Пятка здесь у меня бумеранг. Она уже у меня есть на моем канале. Как она просто вяжется. И даже она сюда очень подходит. Здесь не нужно нигде не убавлять пяточку, как обычно делают девочки. Здесь все как фабричное получается. Пяточка и узор идет, как вы видите. Все аккуратненько. Здесь я сделала резиночку с этой стороны. Видите, как крестообразно. За заднюю стенку вязала. А лицевые здесь за переднюю. Я изнаночные вязала так. А изнаночную, если по кругу вязать, то я вязала совсем по-другому. Скрещенную, чтобы не растягивалась. Как видите, здесь я вам показываю, как обычно он тянется. А здесь у меня она не тянется. Видите, держит форму. Не растягивается. Ну, а вам уже решать, какую резиночку вам набирать на носочки. Если мое видео понравилось, делитесь с друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь узором. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.